Взрывание пупырышек. Давай, еще. О! Девчонка, что поправляешь? Давай, лопай. По одной штучке будете? Да. Волшебные пупырышки. Носочки положила, да. Это день тетики. Расскажи мне сказку. Мама. Ну-ка, расскажи, как ты рассказывала. Мама. Сама. Сказку, мама. Как сама? Ты же, твоя же сказка, ты придумала. Что мама делала? Мама отца-то работала. Угу. А потом что было? Работала. Так, на компьютере работала. А дальше что было? Что в сказке было? Тетя печатала, работала. И тетя еще печатала, работала. А где это было? На английском? Да. Смотрите, как горошек за 10 дней вымахал. Ну, какой. Всего 6 росточков. Было 9 горошин. Проросли 7. Но вчера дочка выкопала здесь один. Теперь осталось 6. И у меня еще вот такой желтенький один растет. Он какой-то прям альбинос. Не вянет, а именно растет. Все зелененькие. А этот желтенький, самый первый взошел и растет, и выше всех, но желтенький. Смотрите, сейчас и все нет подушка. Ну, чуть на люстре не осталось. Мама, ну быстрее. Мы снова идем на почту. Мама, ну быстрее. За посылками. Мама, ну быстрее, мне холодно. Быстрее? Мама. Идем, мы. Дети едут, я иду. 3 посылки пришло, будем собирать сейчас. Кто идет на почту? Мы все идем на почту. Едем. Ну все, получили мы посылочки. 1, 2, 3. 3 посылочки. Покажу вам наш палисадник около подъезда. Как он сейчас выглядит. Здесь у нас земли особо нет, одни камни строительные. Ага. И какули собачьи. Это у нас, по-моему, слива. Там у нас огрызочек шиповника. Пошли. Да, сейчас пойдем. Это сирень в прошлом году сажали. Тоже там обломаны веточки. Идем дальше, Дима. Ну, конечно, какашек собачьих полно. Так, это у нас тоже, по-моему, слив. А, нет, это тоже сирень вторую мы посадили чуть попозже. Мама, смотри, еще одна какашка. Да, какашек здесь полно. Уже сколько. И коты тут. Да. Будем в этом году снова сажать цветочки, наверное. Мама, это тоже огрызок чего-то. То ли сливы. Вот он. То ли сливы, то ли шиповника. Но он, наверное, уже вряд ли выживет. Вот. Посмотрим, в этом году посадим. Вот эти кучки здесь были насыпаны, горки земли. Да, это есть. Мы сажали, потому что вот эта вся земля, чуть-чуть копнуть, там кирпичи. Кирпичи, мама, железки. Мама. Никакой нормальной земли здесь нет. А? Ну, все травой зарастает, нормально выглядит. Ну что, мы снова приехали в отдел полиции. Прошло с 5 числа мы ездили. Прошло 10 дней, даже меньше, наверное, 9 дней. Нам пришло сообщение, что паспорт готов. Так что идем сейчас получать Димин паспорт. Идем всей компанией. Да? Да. Кто готов идти? Я. Yeah. Все руки подняли, кто готов? Я. Молодцы, все готовы.
Ну что, свершилось! Ура! Мы получили паспорт. Это было сложно, была очередь длиннющая. Дети весь все измучились. Дали, наверное, час. Час точно мы были. Может, даже больше. Все измучились, детеныши. Но герои высидели отлично. И мы получили паспорт. Ты счастлив? Да. Ура! Свершилось. А теперь мы идем вот сюда. Вот вас и покормили. Не заигрываем, бабочка. Не стрессируемся. От того, что мы все время сажаем, пересаживаем. А вот очень миросили. Красота такая. Бабочка, ты сюда. Что там? Мне только что бабочка сюда села. Правда? Потом улетела. Ну ничего, еще сядет. Вот как здорово. Мам, мне кажется, она сок пьет. Конечно, сок пьет. Давай бабочке я покажу.